Добро пожаловать на канал How to Spain. Сегодня мы с вами отправимся на нетворкинг, будем устанавливать связи с испанцами. С нашей стороны украинский бизнес-клуб, с их стороны испанский. Давайте посмотрим, как все проходит. Инаварте – это один из самых популярных бизнес-клубов среди испанцев. Я думаю, что украинцам будет полезно установить контакты. Уверена, что на сегодняшней встрече установятся не только положительные знакомства, но также найдем общие сферы для сотрудничества. Hola a todos. Yo soy Deli, sombrerera de alta costura. Y tengo un slogan. Diseña tu vida desde tu cabeza. Привет, меня зовут Сергей, я из города Черновцы с Украины, западного региона. Я совладелец сети шинных центров, шиномонтажей и СТО большого на 13 постов. Также есть второе направление у нас, это семейный бизнес, мы занимаемся вечерними свадебными платьями. Объем продаж наш, объем производства нашего до 500 единиц в месяц можем производить. Вот, ищем новых партнеров в Испании для того, чтобы наладить здесь продажи или найти новых партнеров для производства. Первая часть проходит так. В общем зале люди просто собрались все вместе, и каждый подходит, кто кому хочет. Я уже нашла несколько интересных контактов и задумалась о смене своего банка. Hola, soy Jesús Aranda, soy asesor financiero en Banco Mediolanum. Nuestro trabajo es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en una banca tradicional en España. Nosotros hacemos un asesoramiento personal a todo el mundo, ¿vale? Nos adaptamos a los objetivos que pueda tener un cliente y a las necesidades que pueda transmitirnos. Всем привет! Меня зовут Ирина Берещева, я основательница и управляющий партнер международного бизнес-сообщества украинских предпринимателей. Мы сегодня находимся в Валенсии. Нас пригласил местный бизнес-клуб «Инаварте». Мы знакомимся с их предпринимателями, коннектим людей, стараемся объединяться, потому что вместе быстрее. Присоединяйтесь! Buenas tardes, bueno, soy Abel, fundador de Inaparte Networking. Lo creé hace 4 años con la intención de crear negocio, no de hacer negocio con ellos. Mi afán es ayudar a las personas, ayudar a la gente sin saber de dónde son cada uno. Entonces ahora estoy muy ilusionado con el tema de la conexión con la gente ucraniana, con los empresarios, la forma como podéis ayudarles tanto en el tema personal como en el empresarial. Entonces Inaparte Networking nos abre las puertas a todos, a que vengáis a conocernos y ver de qué forma os podemos ayudar. Solo tengo afán de ayudar. Lo que te pueda ayudar yo a ti, también cuenta con ello, ¿vale? Gracias, te agradezco mucho. Если вы хотите узнать Испанию изнутри, если вы хотите завести знакомство среди испанцев, подписывайтесь на наш канал, мы откроем вам двери в испанский мир. На нашем канале в YouTube новые видео каждый день.